Записываю видео, поставил прошивку Сибирь на Poco F3. Тут непонятки с жестами. Так, разблокировался я так. То есть работает только свайп, а вот снизу вверх я не понял ничего. Play Market. Вот, опять. И что, мне, чтобы вернуться, надо постоянно вот так, что ли? Так, в настройках. Жесты. Где тут что в настройке смотреть? Вот, вот все, я сейчас это ничего не могу сделать. Только так. Как мне вот домой вернуться на рабочий экран? Что такая хрень?